В 2015 году в Китай злаки экспортировались из 8 регионов России, основная часть из Приморского края и Амурской области. Однако при этом львиная доля экспорта пришлась на кукурузу, тогда как российской пшеницы в Китай успели вывести всего 400 тонн. В январе 2016 рынок еще не успел переориентироваться. Первые поставки зерна из Приморского края объемом в 3000 тонн также в основном состояли из партии кукурузы.